Для харьковчанина Дениса Чернова эта выставка далеко не первая. Здесь пейзажи, портреты, картины в жанре ню, а также разнообразные художественные поиски. Все они пропитаны светом. С его помощью автор делает свои произведения максимально реалистичными. В своих работах, говорит художник, он попытался раскрыть природу красоты через синтез формы, цвета и красок. Просто они организуются. Вот то, что вот я есть, вот я такой. Вот такие работы есть и графические, есть такие более жизнерадостные, есть более такие сумрачные. Специально для этой выставки автор написал около 5 картин. Одну из них художник дописывал спустя несколько лет после первых набросков. У меня здесь есть эта работа венецианская. По-моему, она единственная здесь система Венеции. Написана она была в 2007 году, потом я ее не выдержал, она меня раздражала, я ее взял и дописал. Ну и подумал, что вот теперь ее можно выставлять. Среди первых посетителей выставки один из учителей художника, преподаватель художественной школы Константин Апольский. Надо отдать ему должное, он художник ищущий. И иногда он, как и все, где-то может ошибиться, это нормально. Вот. Но в целом он идет по своей такой дороге, здоровой такой хорошей дороге, усовершенствует графику. Я смотрю, у него есть живописные тоже вещи, есть интересные, появляются, это тоже очень здорово. Картины харьковского художника можно увидеть в галерее мастерства Слобожанщины до 8 февраля. Виктория Таряник, Кристина Загребельная, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».